То есть Беркасов? Вы только не волнуйтесь, не волнуйтесь. Я и не волнуюсь. Давайте, давайте, давайте. Начали. Слово имеет товарищ Баркасов. Хорошо. Дорогие товарищи. Хорошо. В наше время пора уже расстаться со старыми пережитками и предрассудками. Вы посмотрите... Стоп, товарищ Баркасов! Да вы что такое несете, товарищ Баркасов? Послушается страна, а вы мямлите еле-еле. Веселее надо, товарищ Баркасов, веселее принести товарищу Баркасову стакан воды. Мне хотелось обратиться по-человечески. Да не надо это самодеятельности, не надо. Посмотрите, здесь хорошо написано. Посмотрите. Здравствуйте, дорогие товарищи. Ну хорошо же, хорошо. А? Товарищ Баркасов, я вас очень прошу. Товарищ Баркасов, я вас очень прошу. Ну что, вам трудно, что ли? О, вот вода, очень хорошо. Пейте, пожалуйста. Ну, один глоточек, еще один. Угу. Товарищ Баркасов, ну, пожалуйста. Ну, давайте до дна, а? Давайте до дна, ну, давайте, вот так. Очень хорошо. Товарищ Баркасов, ну что, у меня уже давно ничего. Товарищ Баркасов, давайте до дна, вот, очень хорошо. Пожалуйста, вот так, очень хорошо. Ай, ты жалость какая. Ну, ладно, ничего, все, ничего. Так, все, так, внимание, будем репетировать. Внимание, приготовились. Начали. Снова имеет товарищ Баркасов. Очень хорошо. Товарищ Баркасов, а теперь вы. Спокойненько, так, не нервничайте. Давайте, давайте, вот так, вот вам текст. Ну, начали. Да. Пожалуйста. Весело, да? Весело. Ну. Дорогие товарищи!